Ну что, гайз, здравствуйте. Первое видео показ 2 уже на канале. Наша цель — пройти калибровку только на дробовиках. К чему нас это приведет? Да черт его знает. С вас лайк, подписка, зовите маму, папу, дядю, тетю, всех зовите из своей семьи, бегом смотреть видос. Буду рад, если увижу лайки, комментарии, значит пойму, что нужно дальше идти снимать новый видос. С вас, ну давайте, 20 лайков и бегом смотреть. Ну что, let's go. Так, если брать маг, так, ладно, первый пистолетный. Hello, guys. Hello. Все, отлично. Привет. Все. Мотивацию надо поднять. И показываем. А бомба тоже на Б. Блять! Одного ебанули, второго не смогли. Сука. Блять, у меня команда. Немощи. О, это еще АФК стоит. Ой, я даже боюсь их размучивать, серьезно. Так, если что, я в хайтабе. О, проснулся, проснулся. Опа, 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 опа. Почему, когда я иду на А, они идут на Б, когда идут на Б, они идут на А? Ну, это, блядь, прикол какой-то или что? Это, блядь, куда смог? Что происходит? Сейчас будет, сейчас будет. Машина. Мурзафикс, я иду за тобой. Один на middle. Ха-ха! Мы две в голову по 60-24! Что?
Сука, что я сделал? Ну там у них играет один тип 24 на 8. Если чё. Не, есть идея. Короче, я знаю, что сделать. Они любят сейчас бегать. Смотрите, сейчас. Куда они пойдут? Куда мои ребята пойдут? Так, так. Бля, в этот раз они решили рассосаться и пойти по сторонам. Ну ладно. Для чего эти флешки? Что ты хочешь? VR-монитор. Я по факту ничего не сделал, показал какую-то херню. Но... Ладно, мы убили одного. Их перестрелить легко. Я играю на каких-то сильверах. Раз. Рашит. Нахер иди. Ну, какие вопросики могут быть? Какие могут быть вопросики? Чистейший скилл. И никакого мошенничества. Второй раунд подряд, минус 3, XM-чик в деле. Гусь! Це гусь, ребята. Я готов. Какие могут быть вопросики к чемпиону? Стоярс. Играйте на время просто. Найс. Я ему в голову попал. Не дай бог, они сейчас меня раунд не выиграют. Не, ну я вот сейчас под конец прям нормально размялся. Все, сейчас эпичная музыка, идем разносить Леона присваиваем. Готовы? Флешечку хорошую он дал, кстати, чуть не обоссался, блядь. Чего делать? Ебанутая. Я же знаю, что ты будешь ничья. Ну, благодаря кому? Благодаря кому?
Да, могли проиграть, могли проиграть, но... Твою мать, еще 10 игр. Счет 26-16. First up. Вопросы имеются? Ну что, ребята, надеюсь, вам понравился ролик по CS2. Надеюсь на ваши лайки, комментарии. Зовите еще раз, повторяю, маму, папу, брата, кого угодно. Пожалуйста, мне нужна ваша поддержка, чтобы я понимал, что я иду в правильном направлении, и я должен снимать дальше эти видео в этом формате. Если я увижу, что будут много лайков, будут много комментариев по то, что давай, Никитос, Ашкерия, записывай новый видос, я сразу же сажусь монтировать новый ролик, потому что он у меня уже в монтаже наготове. До скорых встреч, всем пока!